Мы хотим вас познакомить с нашей работой, рассказать, показать, наглядно посмотрите. Плюс еще мы вам расскажем про наш университет МВД. День открытых дверей в управлении МВД по Ленинскому округу проводится для учащихся выпускных классов муниципалитета на постоянной основе. Ребятам рассказывают и о службе в полиции, и об учебных заведениях, где можно получить полицейскую специальность. Это работа на будущее, это работа на перспективу, потому что они поступают в институт, они там учатся 5 лет, и с готовой специальностью, со званием лейтенанта мы их принимаем по целевому набору на специальность, работать по специальности, по которой они проходили обучение. Одно из учебных заведений, где готовят полицейских, Московский университет МВД России имени Владимира Кикотя. О нем ребятам показали видеоролик. А потом об особенностях образовательного процесса собравшимся рассказал Иван Сурков, который недавно закончил этот университет и теперь работает в Ленинском УМВД. Он ответил и на вопросы ребят и учителей. Ну, в принципе, площадки особо не отличаются друг от друга. То есть вот здесь вы могли увидеть в основном академика Волгина, где обучаются на оперативников, международно-правовой факультет. Психологи где? А психологи обучаются на Свиплова. Ну, говорю, разницы в площадках нет. Во всех факультетах должное материально-техническое обеспечение. Криминалист Иван Комков рассказал ребятам, наверное, об одной из самых интересных полицейских профессий, ведь именно криминалисты порой способны дать ответы на многие вопросы, связанные с каким-либо преступлением. Каждый сотрудник нашего подразделения имеет собственный унифицированный чемодан, вот, который обеспечен абсолютно всем необходимым для обеспечения осмотра мест происшествия. Желающие смогли самостоятельно снять отпечатки пальцев, используя вещества и инструменты реальных криминалистов. Подобная наглядная демонстрация работы полицейских и рассказ об учебном заведении, где их готовят, дают свои плоды. Я бы с радостью бы поступила, наверное, больше с психологией. Больше всего, наверное, понравилось обучение, как к нему подходят педагоги, как о нем рассказывают, показывают, как это все происходит, организовано. Традиционно заканчивается день открытых дверей в кинологическом отделе. Здесь ребятам демонстрируют умение служебных собак, в частности, поиск запрещенных предметов, что также вызывает немалый интерес у школьников. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Гульнара Балаева. Видное ТВ.